Линкольн, Мерседес, Линкольн. Если мы теперь не поедем, будем последними ослами. Последним будешь ты, я буду предпоследним. Смотри, в нашу честь играет оркестр.
Ах, мама! Как же ты без подушки-то? Теперь, мама, вы дальше не идите. До свидания. Примус на колесах! Понимаю, ну! Я такой трещий! Мотор две мышиных силы! Вот так все лето и пролежим под твоей машиной. Под моей машиной? Это была твоя идея ехать в Москву на автомобиле. Ничего подобного. Я хотел ехать в Батум на байдарках.
хочу кушать. Да что такое? Заяц. Ты куда собрался, мальчик? В Америку или в Индию? Может, в прерии? В джунгли, да? В Арктику. Куда-куда? В Арктику. На ледокол. А верно ведь. Вот и вещественные доказательства. Портрет от Юлича Шмидта. Охотничий ножик. Ну-ну! А это что это у него? Что это? Карта Полярного моря. Вон лагерь челюскинцев. Не по пути. Домой, домой, домой. Я хочу домой! Хочу в Арктику! Вот мама задаст тебе по Арктике. Куда же ехать? По-моему, налево. А по-моему, направо. Почему направо? А почему налево? Thank you.
Что ж ты стоишь? Беги за доктором. Беги скорей. Слушайте, скажите, чтобы она дышала носом. Только носом. Дышите носом. Расстегните ей платье. Ничего, я вам разрешаю, это моя племянница. А, молодой человек, что вы стоите как жених? Сделайте ей искусственное дыхание. А, черт. Ну! Об этом говори. Вы рисковали жизнью. Какой пустяк. С каждым может случиться. Как я вам благодарна. Вам вредно разговаривать, дышите носом. Я прыгун довольно известный. Даже медали имею за спасение на водах. Вот бывало, как заберешься на 40-метровую вышку, да как прыгнешь в Черное море, да как... Как? Женя, скорее переодевайся, я опоздаю на лекцию. Меня ждут в Крыжополе. А мы давай в объезд, а? Ha ha ha!
рекомендуюсь. Ваш коллега по обслуживанию МЭС, профессор Сен-Вербут, член цеху ВУШа. Сегодня в помещении вашего клуба я буду бороться с суевериями, рвать паутину лжи, которой вас оплетают попы, раввины, факиры, жрецы. Что? Я угадываю мысли на расстоянии. Уно моменту. Хотите, я вам скажу, что вы сейчас думаете? Вы думаете, он не профессор. Он жулик. Он мошенник. Он не член ЦКУБУ. Что? Не пробуйте этого отрицать. Не надо аплодисментов, мне не трудно. Прошу вас, подпишите афишу, вы заняты, я тоже. Что? Уно моменто. В Одессу морем я плыла на пароходе РЭП. Погода чудная была, Анде Труадова. Вуаля! Прошу вас. Вы еще будете меня благодарить. Кушайте на здоровье. Хотите, я вам скажу, о чем вы сейчас думаете? Вы думаете, как я ошибался в этом человеке? Arrivederci. Самой реки.
Мы их сбирали на Олин. Кажется, полный сбор. Какой там полный? Одни контрамарочники. Лубу полагается 25% сбора. Спокойно, мы джентльмены. Деньги после спектакля. Не-не-не-не-не-не. Давайте лучше сейчас. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Будут как в банке. Да. Как в аптеке. Да-да. Да-да-да, как у меня в кармане. Вот этого я и боюсь. Да-да. Отдайте лучше сейчас. Ухики. За кого вы меня принимаете, товарищ? Я профессор. Член ЦКБУ. Ладно. Все вы профессора. А? Так. Хорошо. Деньги после спектакля. Из принципа. Без рук. Только без рук. Вы джентльмены. Все вы джентльмены. Что и требовалось доказать. Оставьте меня! Оставьте меня! Вы не вежа! Тут, наконец, женщина переодевается! Надоело. Надоело быть говорящей головой. Надоело таскаться с вами. Мне надоело. А кушать тебе не надоело? Я на нее трачусь. Несу расходы. Один обед мне твой стоит ежедневно 60 копеек. Не плачь перед спектаклем. Почтеннейшая публика и граждане, я специально приехал в ваш город, чтобы красиво вас обмануть, а вы, граждане, если заплатили деньги за билеты, должны красиво меня споймать. Те опусы, которые я вам здесь предоставлю, основаны на точных знаниях физии, химии, каталепсии и клептомании. Никаких чудес нет. Все, что вы здесь увидите, есть ничто иное, как обыкновенный собачий рефлекс. Маэстро, прошу номер 6. Никакого бога нет, мы берем обыкновенную колоду карт. В Одессу морем я плыла на пароходе. Раз! Погода чудная была, Андес, вот вам! Вуаля! О! Мы видим птичка. Птичка хочет что-то сказать. Thank you.
захочет обратно домой. Иди, птичка, иди, птичка. Снесла яичко. Восьмое чудо света! Живая, говорящая, поющая, отрубленная голова. Отвечает на вопросы, дает справки, отгадывает мысли на расстоянии. Маэстро, прошу номер 16. Слова мой, музыка моя. Прошу. Неужели это он? Заяц! Тогда едем скорее, заводи. А где же ручка? Thank you.
странно все-таки. Слушай, Жора, у тебя сердце здоровое? Да. А нервы у тебя здоровые? Ну что такое? Дальше никуда не едем. Последний, самый удивительный номер и гвоздь. Освобождение узника капитала от цепей. Желающего из публики подвергнуться опутыванию цепями, прошу на эстраду. Никого нет? Веселей, граждане, веселей! Выберите достойнейшего! Веселей! Профессор, я им 25%. Все равно ни на шаг не отойду. Милости просим, пожалуйте сюда. Вот вышестоящий товарищ да в клуб изъявил желание. Попросим его. Попрошу арбитров и медицинский персонал на сцену. Но ведь я только ветеринар. Пожалуйста, пожалуйста. А деньги? Деньги будут. Прошу смотреть на часы. Ровно через 3 минуты снимите покрывало. Узник сам освободится под влиянием моего внушения. Чтобы ни у кого не возникла мысль о жульничестве, я нарочно покидаю сцену. Эльня, скорей, скорей бери голову в руки и за мной. Эльня, Эльня, скорей. Бандиты! Меня, заслуженного профессора разных республик! Слушайте, они не будут стрелять нам вдогонку! Что вы, профессор?
Ку-ку. А где пальто? А мое? А где ж пальто? Дневное светило. Ну и фигура. Негде пробы ставить. Это, наверное, очень интересно. Конечно, можно. Вот что, Жора, ты садись сзади, я буду управлять. Почему ты? Я водитель машин. А я бортмеханик, должен сменять уставшего водителя. Я совсем не устал. Все равно по правилам должен уставать. Пусти. Нет, ты пусти. Пусти. Нет, ты пусти. Пусти. Ну ничего, ничего, я сяду сзади. Ну ладно, управляй. Почему я? Ты водитель, ты управляй. Ты бортмеханик, должен сменять уставшего водителя. Ты же говорил, что никогда не устаешь. А кто заявлял, что по правилам должен уставать? Садись, 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 садись. Садись. Можно ехать. Трогай! Не для нас. А где же остальные машины? Какие машины? Машины автопробега. Ах, автопробега. Ах, ну, вы бы раньше так сказали его. Автопробег, он на...
Ну да. Что-что? Ну, давно. Проколы. Поломки. Аварии. Энтузиазм населения. Дядя, а ваша машина идет в первой? Да-да. А как она называется? Линкольн или Сузебек? Линкольн. А я читал в газете, что Сузебек идет в первой. И к чертовой матери с твоим Студебекером. Дядя твой Студебекер, тетя твоя Студебекер. Вон он сюда. Студебекер из Саратова. Широкое автомобильное спасибо. Улучшайте дороги. Мерси. Теперь перейдем к делу. Кто здесь заведует снабжением? Я. О, что и требовалось доказать. Прошу вас. Мне этот липовый профессор что-то не нравится. Не Лев Толстой. Я вам давно хотел сказать, что за дядей надо присматриваться. Он, кажется, не профессор. Даже, наверное, не профессор. Он какой-то такой... В общем, он жулик. Кажется, я сейчас сделаю что-то страшное. Успокойся, телескоп. Успокойся. Нет, я сейчас пойду дам... Успокойся. Дам по морде ему. Слушайте вы, профессор, немедленно верните деньги, поросенка, курицу и яйца. Я сейчас сделаю что-то страшное. Успокойся, телескоп, успокойся. Немедленно верните деньги. Возвращать деньги. Вы не умеете жить. Деньги надо брать, молодые люди. По этой морде должен кто-то ударить. Но. Мы джентльмены. Спокойно. Мы джентльмены, товарищи. Товарищи, граждане. В чем дело? Минутку внимания, граждане. Граждане, товарищи. Посильнейшая публика. В чем, собственно, дело? Что такое автомобиль? Чем он отличается от лошади? Лошадь бегает. Автомобиль тоже бегает. И на первый взгляд никакой разницы нет. Но, друзья мои... Товарищи, возьмите лошадь. Это жвачное, парнокопытное животное. Как сказал Брэм, возьмите, посмотрите, как она жалобно бежит. Посмотрите, возьмите автомобиль. Даже несколько автомобилей. И посмотрите, возьмите, как они мчатся из всех своих лошадиных сил. Возьмите и посмотрите. Нету! Thank you.
профессор Сензербут, член ЦКУ. Сколько лет, сколько зим. Давайте. В чем дело, товарищ? Третий сын лейтенанта Шмидта. Племянник Карла Маркса. Богатый жених из Аргентины. Дон Диего Дигамет. Давайте. Товарищ начальник, ей-богу, я ж ничего такого не сделал. Давайте не будем. Ну, давайте. Ей-богу, товарищ. Давайте не будем. Вон он, телескоп. Жоров, наша машина. Товарищ начальник, это он наша машина. Он уехал на нашей машине. Вместе с ним ехал нашу машину. А, давайте, давайте, давайте. Товарищ начальник, я вам эту машину. Дядя-то вашего, там он, знает ли, он не скоро там. Хотите, мы вас отвезем домой? У меня нет дома. Это очень хорошо. Очень хорошо, что у вас нет дома. Поедемте с нами. Поедемте, а? С вами? Куда? В Горький, Сталинград. В Москву. На автозавод. А что я там буду делать? Работать на заводе. Прекрасно заживем. Прекрасно заживем. У меня есть проект, я буду изобретать. И у меня есть проект. Он будет изобретать, а мы будем выполнять. И Жора у нас будет вместо дяди. Совершенно верно. Буду вместо дяди. А телескоп будет приходить к нам в гости. Нет, нет, нет. А ты его заполняй. Ты его заполняй. Ты его заполняй. Пока серебристые покровы тебе загони. Скоро вечерние бритвие Москвы погонят огни. Если ветер стоит, мы хотим. Если в небе сука нет тучи, значит, нам хорошо сегодня, а завтра еще будет лучше. Thank you.
Поздравляю. Вот и приехали в Москву. Это был верный друг. Обратно поедем на байдарках. Без вас доберусь до Арктики. Вот молодец, а? Действительно добил молодец. Ты своего. Да, мальчик молодец. Ну, Феня, а теперь тебе придется заполнить одну маленькую анкетку. Ой. Любишь ли ты кого-нибудь из нас? Если да, то кого именно? И если меня нет, то почему? Хорошо, я сейчас скажу. Yeah.